Вот по поводу воспоминаний. Иду по улице Пасынкова в поселке Сухоногово. И хочу вам рассказать, друзья мои, что 28 лет назад я по этой улице в коляске возила свою первую дочку. Маленькая была Валя, совсем только родилась. И я возила ее по этой улице. И вот через 28 лет вот я везу ее троих детей. Вот там Аня с подружкой идет, вот Саша, Юлиана. Вот. Что изменилось? Ну, муравейника уже нет, там стоит трехэтажное здание. Там был барак, который сгорел. Ну, а здесь все так и осталось. Конечно, уже новые жители. Хочу говорить, хотела. Вот. Да, но улица какая была, разбитая дорога, такая улица и осталась, конечно. Улица Пасынкова. Да, здесь вот совхозный гараж большой. Почему гуляли больше мы по этой улице? Наверное, потому что она была самая тихая, потому что с этой стороны мало домов, людей тут жило мало, и сейчас тоже мало людей живет. А с этой стороны вообще как бы никто не живет здесь, гаражи. Вот. Поэтому и гуляли мы здесь, по этой улице, с Валюшей. Ну и с близнецами, конечно. Близнецы уже подрастали. Они постарше Вали. Вот такая вот история из жизни. А сегодня я иду здесь с тремя ее детьми. Вот так вот.